Вот вы говорите, почему мы работаем с партией «Разумная сила». Мы готовы были бы работать с партией Порошенко, Юлии Тимошенко и с другими. Но предложение не поступало. А вот молодая партия взяла и откликнулась, и поддержала нас в творчестве, в выставках, в буклетах. Ну вот здесь мы видим разумное начало поддержки культуры. Где другое? Только слова. Ну, я сам узнал, как раз именно был анонс при поддержке партии «Разумная сила», почему я как журналист здесь и оказался. Андрей Иванович, еще уточнение для зрителей. То есть еще есть у нас 10 дней, да, когда харьковчане могут ознакомиться с вашими работами. Ваша выставка здесь будет 10 дней продолжаться. То есть всех мы приглашаем. Партия «Разумная сила». Слава Богу, 10 дней хотя бы. Мы нашли окно творческое. Вот открыли эту выставку. И могут харьковчане бесплатно прийти сюда, посмотреть работы от понедельника до субботы. И привезти детей, что самое главное. Спасибо вам огромное. Спасибо, партия. Thank you.